В Люберцах проходит соревнование по боксу среди девушек. Организаторы турнира – Российское физкультурно-спортивное общество «Спартак» и Министерство спорта России. На турнире ВДЦ «Спорта Триумф» побывали и мы. Церемония открытия началась парадом спортсменов. Они представляют 27 регионов страны. За время соревнований на ринг выйдут 145 боксеров. Многие юные спортсменки участвуют в подобном турнире впервые. Для девушек постарше это очередная возможность проверить свое спортивное мастерство. Бокс – очень отличное место, где можно показать себя и что я умею. На кого из знаменитых боксеров ты равнялась или равняешься? На Майка Тайсона. Он мне нравится, потому что он очень хорошо работает на ближней дистанции. Естественно, я хочу попасть на Олимпийские игры, а еще я хочу быть чемпионкой в нескольких весовых категориях, не в одной. Бокс становится популярным видом активного досуга у девушек. Елена Савельева с детства занималась легкой атлетикой. Чтобы научиться самообороне, в бокс пришла только в 15 лет. Сейчас она чемпионка мира и заслуженный мастер спорта. Мое первое условие, когда я пришла к тренеру, было, я пришла для себя, поэтому меня даже никуда не планируете. Но через 3 месяца я выиграла чемпионат области. Я почувствовала вкус победы, что я могу. Прежде всего, я почувствовала силы, что я могу, и все. И, соответственно, цель повышается уже. Поэтому молодцы, что девчонки уже с такой целью приходят. Это здорово. Сильный духом. Действительно, все-таки такой мужской тяжелый вид спорта. И я всегда говорил, девушки, какой типа дурак привел вас сюда заниматься. Но, в конечном счете, когда я с ними начал работать, я понял, что это очень им нравится, и они хотят быть сильными в этой жизни. Поэтому, конечно, наша задача, я как специалист должен помогать им. Не в правилах спортсменов почивать на лаврах. Впереди снова подготовка и очередные соревнования. По результатам турнира сформируют сборные команды «Спартака». Сильнейшие боксеры примут участие в первенстве России. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.